26 августа президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Азербайджанского музея ковра. Глава государства разрезал ленту в знак открытия музея. Затем выступили академик Теймур Буниатов, эксперт по ковроткачеству Мамед Гусейн Гусейнов и директор музея Рёя Тагиева. Они поздравили первую леди Мехрибан Алиеву с днем рождения. Далее президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными музеем, посмотрели демонстрируемые здесь ковры.